Привет! Меня зовут Сумкин Игорь. Я руководитель проекта «Большая Алтайская экспедиция». Я каякер и путешественник. Я люблю сплавляться по новым местам и странам. Каякинг – это сплав на одноместной полиэтиленовой лодке по бурным речкам. Сплавляясь, я посещаю много интересных стран, всегда нахожусь на природе и занимаюсь спортом. Каякинг – это отличный вид активного отдыха. Для работы над проектом я собрал команду профессионалов и близких по духу мне людей. Сейчас мы вместе готовимся к экспедиции. Алтай – это крупный горный массив, изрезанный глубокими речными долинами. По Алтайским горам проходит граница четырех стран – России, Казахстана, Монголии и Китая. В наши планы входит разведка и описание семи рек и первопрохождение четырех из них. Наша экспедиция продлится около 2 месяцев, и мы преодолеем более 2000 километров. По окончании экспедиции мы смонтируем фильм и выложим его в интернет, где каждый желающий сможет его посмотреть. А также организуем фотовыставку с рассказами участников экспедиции. Мы также хотим привлечь внимание общественности к активному отдыху, показать, насколько здорово и интересно путешествовать по диким местам. Каякинг и спортивный туризм в целом – это отличная альтернатива ночным клубам и барам. За развитием событий вы всегда можете следить на нашем сайте, а также в интернете в реальном времени. Для реализации проекта нам нужна ваша поддержка. Для вас мы приготовили большое количество вознаграждений, предложенных ниже.